Вы смотрите программу «Вести Татарстан». Финансовый год будет напряженным, признали сегодня на заседании парламентского комитета по бюджету, налогам и финансам. На чем придется экономить и что станет с социальными программами, у депутатов спросила Екатерина Сударева. В Татарстане, впрочем, как и в России в целом, темпы роста экономики снизились, заявил в начале своего выступления первый заместитель министра экономики республики Сария Сиразиева. А потому роль малого и среднего бизнеса возрастает. Именно на его долю приходится почти четверть валового регионального продукта. Их отчисления – весомая статья доходов бюджета. За январь-июль текущего года предприятиям получено 147 миллиардов рублей прибыли, что на 2,3% ниже уровня прошлого года. За 7 месяцев текущего года убыточными были 22,5% предприятий республики. Чтобы поддержать малый и средний бизнес, в будущем году запланировали ряд программ по поддержке предпринимателей. На это выделят 2,5 миллиарда рублей. Речь идет о налоговых послаблениях и развитии промышленных парков. Год обещает быть непростым, говорили на заседании комитета, но государственные программы сворачивать и даже снижать темпы не будут. Мало того, запланировано повышение зарплат бюджетникам, стипендий студентам, проведут индексацию выплат на медикаменты. Депутатов интересовало, что будет с селом. Глава Минфина отметил, что в сельском хозяйстве начнет работать специальная программа поддержки. На республиканском уровне впервые послание президента было озвучено о том, что сельскому хозяйству в течение 3 лет будет приниматься программа, и именно на покупку оборудования, именно на машин будет формирован фонд в объеме 15 миллиардов рублей, из них 6 миллиардов рублей в течение 3 лет дополнительно будет, то есть это ежегодно 2 миллиарда плюсом, это существующему, да. Проект главного финансового документа Татарстана обсуждали и на зональных совещаниях в городах и районах республики. Депутаты рекомендовали принять бюджет на 3 года в первом чтении. Голосовать за него будут на ближайшей сессии Государственного совета. Екатерина Сударева, Рустам Садреев, «Вести Татарстан».